В Красноярске объявили конкурс на разработку генерального плана города. Принять участие в градостроительстве теперь смогут и жители краевого центра. Им должны представить проект в 2015 году. Только после всеобщего одобрения его утвердят. Строительство новых жилых домов, детских садов, школ, поликлиник и других объектов будет расписано до 2033 года. Первоочередная задача – разработка транспортной схемы. В Красноярске появятся новые развязки и магистрали. На этот раз создавать план проектировщики будут с помощью системы, которая позволит выявить, как изменится ситуация в случае появления сооружения на определенной точке. Модель позволяет просчитывать, достаточно точно вот эти изменения. При моделировании в дальнейшем, то есть мы можем наращивать поток, увеличить пассажиропоток и смотреть, как это изменится, какой эффект это будет иметь на территории города.